Короче, сейчас приезжал руководитель всей этой хуйни СВО. Вот. Кто и это, короче, блядь, как его, генерал, Суровик? Да, там, да. С проверкой к нам приезжал. Короче, такая хуйня. В Пензе сейчас начинается отбор, новый призыв. Чисто артиллеристы, нахуй. Командиры отделений, командиры машин, блядь, там всякая хуйня. Короче, укреплять будут, пизда как, нахуй. Я знаешь, что сейчас читал, потому что они не могут вторую волну, блядь, начать, пока призыв не кончит, срочник. Призыв уже, что... завтра кончается. Призыв до 1 декабря. Вот он сейчас нам говорил, то, что до 1 декабря призыв, 1 декабря он уже кончился, кончается. И начинается, нахуй, мобилизация новая, блядь. Толстые вообще пишут то, что будет всеобщая. Всеобщая мобилизация будет, да? Я говорю то, что не будет ничего. Ну, хуй его знает. Но у нас, короче, сейчас уже жесткий нехват. У нас тут третий полк разъебали, нахуй, под Луганском, ебать. Короче, 52 человек только осталось, нахуй. Сколько в третьем полку было? Бля, ну больше 1000. Точно. Потому что нас отправили 2100, что ли. Или 150. Короче, вот так вот, блядь. Давайте там, что, вещи собирайте. Только это, да хуя, не берите. Налегке езжайте. Вы ебать все вещи таскать. Говорю, мы туда не горим. А, ну один придется. А почему именно Пенза? Ну, потому что везде уже собраны, кроме Пензы. Ой, блядь, что? Антох, это в тот раз говорили, то, что будут, блядь, только нахуй определенных этих брать. Один хуй всех подряд набрали. Нихуя, на нас поэкспериментировали. Что у нас полнейшая залупа получилась. А уже следующий вот будет нормально. Все будет четко. Вот и домой езжайте. Ну, короче, могу одно сказать, что в черте города очень большие котлованы роются, окопы, блядь. Там спецтехника стоит, я ебать не хотел. Заканчивай, блядь. Домой, блядь. Да я бы с радостью.